святым праздником Духрат Марги Варгис. И еще я бы хотел вас, минуту внимания, ребят. В этот день мы поминаем святого Георгия Победоносца. И одновременно с ним традиция в наших семьях была такая, что мы всегда вспоминали всех тех наших близких, наших друзей, наших атураи, которых сегодня нет с нами рядом, нет с нами и в жизни, и за этим столом. Но пока мы живы, мы будем всех их помнить. Пока мы живы. Поздравляю вас с праздником. Всех благ вам, удачи, любви, дружбы, всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо огромное. И ваши аплодисменты, конечно, те ребята, которые столько лет стараются для нас, собирают нас, всегда очень прекрасное настроение, всегда очень важный праздник для ассирийцев, важен для всех христиан всего мира. Мы попросим сейчас, чтобы наш уважаемый Геваргис Маачара, Сардарчара, Павел Атархия, и мы в один красивый круг приглашают вас, те люди, которые этот праздник сегодня для вас сделают. Спасибо им огромное, и просим вас, пожалуйста, открыть сегодняшний вечер этим традиционным танцем. Спасибо.